Привет-привет! С вами Review Machines, ваш привычный голос за кадром. За окном самый разгар зимы, который в этом году нас радует снежной погодой. И сегодня нам с вами предстоит провести интересный эксперимент, который сейчас будет как никогда актуален. Минувшим летом у нас в обзоре были вот эти электрические трайки Citycoco от компании White Siberia. Официально они называются WS Pro Trike Citycoco. Судя по просмотрам и вашим комментариям, техника интересная и вам весьма понравилась. Поэтому сегодня мы снова взяли эти трайки, чтобы еще раз их испытать, но уже в зимних условиях. Мы выясним, как ведет себя техника на морозе и по снегу на трассах разной степени сложности. А самое главное, мы проведем тест на запас хода и сравним полученный результат с летними показателями. В общем, нам сегодня предстоит много дел, так что мы запасаемся теплыми вещами, ну а вы заварите чайку и устраивайтесь поудобнее, мы начинаем, погнали! Друзья, хотя детальный обзор этих трайков у нас уже был в летнем ролике, все же давайте вспомним основные характеристики техники. Трайк позиционируется как отличный загородный транспорт, экономичный, комфортный и безопасный. Основа трайка — стальная рама с приводом от электромотора на заднюю ось. Электромотор питается от литиево-ионной батареи на 60 вольт и емкостью 21 ампер-час. Батарея надежно запирается на замок. Чтобы ее снять, потребуется ключ, а в снятом виде ее удобно переносить. Трайк также может быть оборудован дополнительной батареей, которая монтируется в основание рамы. Вторая батарея такой же емкостью, тоже съемная, с запиранием на замок. Сам мотор мощностью на 3 киловатта. Он монтируется в одном корпусе с редуктором и дифференциалом. Трайк оборудуется мотоциклетной пружинно-масляной подвеской спереди и маятниковой на двух амортизаторах сзади. Амортизаторы можно отрегулировать по жесткости. Все три колеса оборудованы дисковым гидравлическим тормозом. Тормозной системе здесь уделяется серьезное внимание. Включается трайк кнопкой «Старт-стоп», прямо как на авто. Экран большой, с легко читаемой информацией и яркой подсветкой. На руле кнопки управления светом, держатель для телефона с подзарядкой. Свет тут, кстати, шикарный. Большая диодная фара с дальним и ближним и два мощных линзованных фонаря в качестве ходовых огней с режимом стробоскоба. Есть также поворотники стоп-сигнал. Сиденье состоит из двух секций, что вроде бы намекает нам на возможность езды вдвоем. Оно довольно мягкое. Установлены большие широкие крылья из пластика. 10-дюймовые колеса идут с хорошей резиной и выраженным протектором. В стандартной комплектации сзади устанавливается кофр. К трайку в комплекте идет вот такой набор ключей. Помимо функции удаленного поиска, есть тут также сигнализация, которая, надо отметить, срабатывает очень четко. Что ж, мы с вами кратко вспомнили конструктивную часть техники. Теперь пора переходить к практике. И прежде чем приступить к конкретным тестам, хочется прокатиться просто так по этому прекрасному заснеженному лесу, чтобы в общих чертах почувствовать, как ведет себя техника зимой. И в каждый раз, тестируя очередную электричку, я отмечаю неоспоримое преимущество любого электротранспорта. Это тишина и отсутствие выхлопа ДВС. Я начинаю замечать, чем больше катаюсь на электро, тем сильнее меня утомляет шум ДВС, когда приходится пересаживаться обратно на него. Шум мотора начинает казаться откровенным неудобством и пережитком прошлого. Хотя, судя по комментариям, для некоторых это, наоборот, важная и неотъемлемая часть любых покатушек. Что же, о вкусах не спорят. А что касается нашего трайка, то пока серьезных отличий в сравнении с летом не проявляется. Я легко пробираюсь по заснеженным лесным дорожкам, по колеям от квадриков. В отличие от двухколесных Citycoco, трайк за счет своей компоновки идет устойчиво, не нужно ловить баланс на заснеженном грунте. А мотор с редуктором обеспечивает хорошую тягу на всех оборотах, что весьма полезно для передвижения по пересеченной местности. Также здесь весьма полезно наличие подвески. Не могу сказать, что ход невероятно мягкий и комфортный. Нет, по моим ощущениям, довольно жестковат, но все же работа подвески очень заметна. Трайк у нас с задним приводом и дифференциалом, поэтому не стоит ожидать от него внедорожных откровений. Но выручает хорошая зубастая резина, и по зимним колеям и даже снежной целине с умеренной глубиной снега техника идет уверенно. Но сунувшись на участок, где глубина снега уже побольше, трайку становится гораздо тяжелее, так что покорять снежные просторы на нем вряд ли удастся. Можно, конечно, побарахтаться вперед-назад, но такие упражнения высадят нам батарейку гораздо быстрее. Так что выбираемся обратно на проторенные дороги. Что ж, мне пора начинать замер дистанции, процесс это длительный, но чтобы не скучать, параллельно мы будем проводить другие тесты, и помогут мне в этом мои друзья, Вадим и Паша. Прежде чем переходить к замеру запаса хода, давайте вспомним летние показатели. Тогда на солнышке да по сухому асфальту на двух батареях мы смогли достичь впечатляющего результата — 83 километра. Кстати, хочу отдельно поблагодарить ребят из Вайтсайберия за их огромный интерес к экспериментам. Обычно производители с осторожностью относятся ко всяким проделкам со своей техникой, но здесь парни всегда готовы предоставить свою продукцию для любых испытаний. Более того, они сами всячески тестируют, испытывают и придумывают любопытные модификации над их электротранспортом. Если любите подобное, обязательно загляните к ним на YouTube-канал. Ссылочку оставлю в описании. Ну а мы возвращаемся в нашу зиму. Итак, пора начинать выкатывать технику. Вот только тест это, друзья мои, будет очень суровым для нашей электрички. Суть в том, что мороз, конечно, тоже играет свою роль, но гораздо больше меня беспокоит то, что на дороге много неубранного снега. В результате наката в таких условиях нет никакого. Трайку придется постоянно бороться, чтобы двигаться по снегу. Впрочем, примерно такая картина зимой наблюдается практически на всех дорогах страны, после каждого хорошего снегопада. Так что тест, на мой взгляд, будет весьма актуальный. Тем временем мои коллеги продолжат дальнейшее зимнее тестирование электротрайков. Погнали! А чтобы тестирование было повеселее, мы слегка модифицировали один из трайков. И думаю, все любители раздать боком одобрят нашу модификацию. Просто-напросто мы заварили дифференциал на одном из трайков. Надо сказать, отличный вариант для зимы. Жаль, нет штатной блокировки. В результате гонять на трайке становится гораздо веселее. Правда, задняя ось при поворотах так и норовит уйти в занос. Но для кого-то это, наоборот, будет преимущество. В таком виде так и хочется вальнуть бочком. С другой стороны, отчаянного жогова от этой техники ожидать не стоит. Это скорее транспорт для спокойных дачных и загородных разъездов. Максимальная скорость его 45 км в час. Но это опять же по асфальту, а не по снегу, как у нас. На ходу трайки весьма комфортны, набирают скорость уверенно, да и тормоза работают отменно. При маневрах ведут себя устойчиво. Чтобы его опрокинуть, надо еще как следует постараться. Но, как видите, нам это удалось. Так что не следуйте нашему примеру и передвигайтесь на них только сидя. Съехав с дороги, мы оказываемся на тех маршрутах, на которых летом побаиваемся соваться даже на мощных квадриках. Зимой же все замерзло, и мы устремляемся исследовать зимний лес. Трайк весит порядка 106 килограмм. На ходу он ощущается довольно легко. Двигателя мощностью 3 киловатта вполне достаточно, учитывая, что он работает с редуктором. Грузоподъемность по паспорту 250 килограмм. Так что можно ездить и вдвоем. Мы пробовали. Немного тесновато, но тянет без проблем. На мой взгляд, эти трайки — отличная техника для загородных покатушек. Конечно, не для экспедиций. Но съездить на рыбалку, магазин или для разъездов по хозяйству — самое оно. Особенно радует наличие хорошей подвески спереди и сзади, что далеко не всегда встречается на подобной технике. За счет подвески, небольшого веса и хороших колес удается весьма проворно карабкаться по сильно пересеченной местности. Единственное, чего не хватает для зимних покатушек, так это обогрева рукояток. Руки отмерзают на морозе очень быстро. Тем временем я продолжаю выкатывать трайк, а он, в свою очередь, продолжает неравную борьбу со снегом. Чувствуется, что мотору тяжело постоянно поддерживать заданную скорость. Проталкивать машину через снежное крошево. Кстати, выкатывали мы на скорости 25-30 км в час. И тут я совершил ошибку. Подключена только одна батарейка. И заметив, что она уже начинает ощутимо просаживаться, я в этот момент решаю подключить вторую. По уму надо либо изначально подключать обе сразу, либо выкатывать одну досуха и только потом подключать вторую. В результате же моей манипуляции мы могли потерять в емкости за счет срабатывания балансира в батареях. Так или иначе, на тот момент я об этом не подумал. Так что продолжаю выкатывание, а ребята продолжают свои тесты. Радует, что по зажатию кнопки под рукояткой газа включается задняя скорость, что в огромной степени облегчает маневрирование на ограниченных участках. Фактически простота управления игрушки. Крутим ручку, едем вперед. Зажали кнопочку, едем назад. Красота! Правда, за счет легкого веса и заваренного дифференциала Можно даже не пользоваться задней скоростью. При небольшой сноровке разворачиваться удается практически на месте. В качестве теста на тягу мы будем пробовать буксировать моего гепарда весом 700 кг, и это еще не считая моей 90. Конечно, задача непростая. Учитывая, что под колесами снег, а не асфальт, и зацепа тут добиться сложно. Но благодаря редуктору мотор выдает значительное тяговое усилие, и, как мы можем наблюдать, ему удается стронуть квадрик с места и потащить его по снегу вместе со мной. Так что, думаю, например, с мотоциклетным прицепом справиться вообще без проблем. Пока ребята продолжают наслаждаться покатушками, любуясь прекрасным заснеженным лесом, а я продолжаю добивать батарею, давайте выделим время для нашей любимой рубрики и поговорим о ценах. Итак, стандартный комплект трайка, как на видео, только с полным набором крыльев, зеркал, кофром и набором инструментов с одной батареей. Стоит 99 800 рублей. Вторая дополнительная батарея обойдется еще в 22 500 рублей. А тем временем заканчивается и мой замер. И, конечно же, результат, я чувствую, у нас сегодня гораздо скромнее летнего. А причины тому сразу несколько факторов. Во-первых, мороз. Во-вторых, моя ошибка с подключением батареи. Но самое главное — никакущий накат в снегу. Что ж, а вот результат. 37 километров 800 метров. Думаю, если избежать моих ошибок, и если наездник будет полегче моего, то легко удастся проехать и больше. И тем не менее, я считаю наш эксперимент довольно интересным и полезным. Надеюсь, и вы его оцените. И мы мерзли весь день не зря. На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. И мне очень интересно, катаетесь ли вы зимой на своих электричках? Какие хитрости применяете? И какие у вас получаются пробеги? Спасибо, что прокатились с нами сегодня, друзья. Подписывайтесь на канал, а включайте кнопку колокольчика, если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. До встречи!